Всем привет, ребят! Те, кто новый зритель, обязательно подпишитесь на мой канал, ведь если будет 40 тысяч подписчиков, я солью свою сборку модов, а именно это ЕНБшки, заменки оружия и различные замены автомобилей. Итак, это видео несет такой характер, что я сегодня буду проигрывать огромные бабки в казино на самом-то деле. И плюс ко всему, если это видео набирает 600 лайков, и как минимум я увижу в статистике данного видео хотя бы 20 человек, подписавшихся с этого ролика, то я разыграю данный султан, данный автомобиль в группе ВКонтакте. Ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. Если вы хотите играть со мной на проекте Evolve Roleplay, то когда вы регистрируете аккаунт, вводите, пожалуйста, очень вас прошу, вот такой вот хэштег Коронос. Когда вы вводите данный хэштег, то вы становитесь моим истинным подписчиком, и я участвую в конкурсе на 5к рублей. Ну, я надеюсь, то, что дяде Бароши вы все-таки поможете, и я выиграю данный конкурс. Хоть там один человек от нас оторвался, аж на 50 человек, кто регистрируется на него. Ну так вот. Итак, сегодня будут ставки до 10 миллионов вирт. Какую ставку мы самую крупную найдем до 10к, на ту ставку мы и сыграем. Если эта ставка будет 5 миллионов, сыграем на 5 миллионов. И потом еще на 5 миллионов. Честно сказать, первую ставку я проиграю, я больше чем уверен в этом, за счет того, что я не помню, какие числа у меня выпадали ранее. Как вы знаете, я по своему роду тактик, я люблю искать различные тактики, стратегии и все это проверять. Я разработал свою систему, что она, конечно, не стопроцентная, но есть шанс того, что вы выиграете. Итак, эта тактика получается очень легко. Когда у вас выпадает двойка или тройка, у вас велик шанс того, что выпадет крупное число. Если два раза выпадает маленькое число, то вы можете спокойно выиграть, если играете один на один. Итак, смотрим, какие ставки самые серьезные на данный момент в казино, и давай посмотрим. У нас есть игрок на 4 миллиона Эммет. Да ладно, гонишь что ли? То есть играем, ребят, на 4 миллиона вирт. Отлично. След 6к. 12 миллионов, чуваки, 12 миллионов, то есть, чуваки, понимаете такую тему, то, что у меня выпадает девяточка, я кидаю на 20, на 28 секунде, конечно, кинул, но лучше бы я кинул на 30, возможно, тогда бы я потащил Эммет в сливе, но Сальваторе, конечно же, изи 12к пишет, и он, скорее всего, победит. X3 пару затащить довольно-таки трудно, на самом деле, если это истинная пара, как говорится, то есть этот человек, Сальватор, передает Эммету деньги, то это просто невозможно их затащить. Я тащил такие пары с числами 11 и 12, это было капец как. О, на самом деле мы выиграли и потащили пару изи-пизи Лемон Сквизи, друзья. То есть мы сыграли на 4 миллиона и выиграли. Играем 2к, то есть если что, чтобы у нас осталось 15 миллионов вирт. Пошли 10к подарю, ну пойдем, го. Ну го. Го, подаришь 10 миллионов. Шучу. Ах ты говнюк, ну ладно. Обидно. Хотя, в принципе, нет, не обидно. То есть, человек пошутил, но я потерял свое место. Это более обидно, на самом деле. Так, 6 миллионов хочет человек сыграть. Не-не-не, 2к. Место барону. Играет Эммет, и, мне кажется, Сальватор тоже будет играть. Ну, давай, хорошо, сыграем. Сальваторе тоже будет играть, я так думаю. Потому что, вот, 18 миллионов, и мы сейчас кидать не будем. Потому что у меня выпала девятка, у человека выпала двойка, насколько я понимаю. Надеюсь, у Сальватор тоже выпадет двойка или хотя бы четверочка, и у меня выпадет число что-то типа 10 или 11. Вообще, это будет потрясающая игра в казино, если я смогу победить. Но сегодня я иду на слив, дабы показываю вам, какова вся суть игры в казино. Сразу хочу сказать, не стоит быть азартным. Если вы азартный человек и любите поднимать огромные суммы денег, не советую, друзья мои. Мы выкидываем 11 и поднимаем 27 миллионов. Друзья, просто изи 27 миллионов. Огромная ставка, на самом деле, 2,7к. Так, барон гоу ва-банк, 15к. Нет, 2,7к. Ребят, когда вам предлагают играть на огромнейшие ставки, то есть такие, как там 15к и так далее, не играйте ни в коем случае, за счет того, что у вас азарт. У меня выпала девятка, потом 11. Смотрите, моя система. Вот сейчас вот я вам покажу всю мою систему, которая в большинстве случаев, примерно 80% случаев работает. Сейчас выпадает число маленькое. Да, 2, изи, изи. Играем на 4-5к. Давай. Изи, 4-5к сейчас играем.
возможен шанс того, что у нас выпадет крупное число. Но кидать на начале не стоит, на самом деле. Потому что на данный момент... Хотя нет, наоборот. Кидаем на начале, выкидываем 9. У человека выпала тройка. На самом деле это тоже очень хорошее число. У него тоже выпадает девятка. Вот сейчас он выкинул 8. Ребят, кидаем на первой секунде. Ни в коем случае не кидайте на 30-х и каких-то таких секундах. За счет того, что у вас очень большой шанс на данный момент проиграть. Когда у людей выпадает тройки, двойки, и у вас идет переигровка, да, шанс велик того, что кто-то, либо вы победите, либо этот человек победит. На самом деле, я сейчас больше чем уверен, что победит этот человек. У него выпало 3, у меня 2. Это меньше число, но он сравнял счет, и сейчас идет абсолютный рандом. Поэтому у меня может выпасть маленькое число, и оно выпадет. Нет, оно не выпало, ребят. 28 миллионов, мать его. 28 миллионов. Даем девочке обязательно на чай. Ага, то есть мы можем давать по 50 тысяч вверх. Хорошо, давай девочке. Девочке дадим на чай, пожалуй, потому что я думаю, ей никто-то не дает на чай. Ребят, что вам хочу сказать. Мне пишут уже Go 3.2 КК втроем. Как вы хотите заметить, как вы можете это заметить, человек хочет играть со мной на эти деньги. За счет чего? За счет того, что я сейчас солью. У меня выпала десятка. Обязательно после того, как вы, допустим, положили определенную сумму в казино. Ой, не в казино, а в банкомат. Обязательно идите и играйте на мелкие ставки. Вы кладете, предположим, 27-25 миллионов в казино. Оставляете 2 миллиона и играете уже на них. То есть вы играете на очень маленькие ставки. Дадим ребятам по 50 тысяч каждому. Потому что я человек добрый, на самом деле. Мне не жаль дать денег, тем более если это подписчик. Поэтому и говорю, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайк, и я выпущу еще серии по казино обязательно, я вам это обещаю. Почему, кстати, я не выпускал так долго серии по казино, ребят? Да потому что у меня банально не было денег, или я их всирал на стримах. Сейчас я действительно занялся каналом всерьез, и у меня осталось... Ну, допустим, вот смотрите, это не особо интересно смотреть, поэтому, ребят, расступитесь, пожалуйста, прошу вас, ребята. Так, у меня что-то тут 3 звезды. Так, по мне сейчас... И по мне начинают стрелять в казино, спасибо большое ментам. То есть мне дали, кстати, 2 варна, на самом деле. Так, вот, 500к сюда, давай. Играем 500 тысяч, это не так много. Мне дали 2 варна, ребят, один за плюс С. Вы знаете, я не умею плюс С-шить. Второй мне варн дали за нон-РП арест или что-то в этом роде. Так, у меня выпало 4. Меня просто сажают в казино. Ну, это сверх чего. То есть этот человек по мне просто стреляет и, ну, как бы, ребят, я не понимаю этой сути вообще. Давайте просто вот сейчас вот разложим абсолютно все, что сейчас с нами произошло. То есть я сыграл в казино, да, я потащил там огромную сумму денег. Немножко объяснил своим подписчикам, и которые Димка вступается за меня, типа, пошли нахер от барона. Правильно на самом деле делает, потому что это вот сейчас они делают полнейшее нон-РП. Хабен следит за нон-РП режимом, но, видимо, не до конца, за счет того, что я наблюдаю кучу нон-РП копов. Огромное количество. Плюс мне за нон-РП, как бы... За нон-РП арест, за офф от ареста, я бы так сказал. Как раз таки мне дали варн. То есть у меня сейчас находится на аккаунте 2 варна. Снять мне их не могут, хотя если бы так и дали, то... Ну, сняли, конечно же, сами понимаете, ребят. Ну, взаймы пиар же, ёпта, ну, конечно. Просто в чем вся заключается суть, друзья мои. Как бы первый варн мне дали за плюс С, я не спорю. Но на меня написали ПДшники заяву, то что типа я такой плохой и было нон-РП. Хотя изначально по мне открыл огонь мент, выдал мне потом еще и звезды, когда мы начали его расстреливать просто и расстреляли. То есть он мне... Нет, стоп, у меня даже не было еще звезд. Ко мне подъехали менты, сказали вы в федеральном розыске, и на самом деле у меня даже не было звезд на тот момент. Все это задокументировано, у меня даже стрим есть. То есть менты ЛВ это полнейшие нон-РПшники. Плюс я нахожусь в черном списке полиции ЛВ. То есть вы понимаете, да, я в черном списке нон-РПшников нахожусь, и как бы, ну, это такое дело. Не, ну, Ник Вест на самом деле очень опасно сделал сейчас, потому что за это тоже можно получить варн. И плакал его, там, 5-6 ранг, на самом деле. Потому что если Хабен этот ролик увидит, он, наверное, скажет, типа, какого хера. Хотя, может, ничего не скажет. Тогда я как-то разочаруюсь, на самом деле, в этом. Потому что ДМЗЗ запрещено. Даже ментам, на самом деле, даже резиновыми пулями. Это нельзя делать, на самом деле. Вы можете по РП сказать человеку, типа, пройдемте. Потому что я, во-первых, то, что они меня орали здесь, я не знал, мне это или нет, на самом деле. Как ключ продать? SLK. Так, сейчас скажу. SLK, вот так вот.
А, в общем, ребят, а, потом только. Сейчас посадят. Акиптекей. А, значит, сейчас меня посадят. Пускай этот человек далеко не, не отходит. Так, далеко не от... Не отходи. Так, Акиптекей. Сейчас мне продадут ключики, я думаю. Блин, вот это вот... Ох, ё-моё, чувака тоже обыскали. Блин, игрок офлайн. Я его обыскали, в общем, и теперь мне сидеть здесь очень долго. А, но вся суть, друзья, то есть у меня два варна, и я потащил огромную сумму денег в казино. Практически 30 миллионов. Было у меня 20 миллионов вирт. Плюс, если это видео набирает 600 лайков, тогда я разыгрываю свой автомобиль Султан. Я думаю, я обеспечен сейчас на... серии 5-10 точно, ну и примерно на 6-7 стримов, за счет того, что, ну, у меня просто огромные бабки. 30 миллионов, я не знаю, можно купить себе очень крутой дом, то есть практически S-класс, потому что S-класс стоит здесь по 70 миллионов, но если кто-то за 20 там, миллионов захочет подогнать мне по госцене домик S-класса, я буду очень сильно признателен. Я его продавать даже не буду, на самом деле, он у меня так и останется. Крашнул на человека. Го-го-го-го-го, так, сейчас... Го в ЛВПД. Буду ждать. Сейчас я приеду, да, мог. Давай, давай. А, не хочешь РПшить научиться? А, на отлично. Нет, спасибо. Я больше РПшить не буду. Я больше не буду РПшить. Я больше не буду РПшить. И знаете, почему я не буду РПшить? А, я не буду РПшить только из-за того, что мне дают уже за это варны, друзья мои. Да, я научился немножко плюс-сэшить, но по факту я не умею стрелять с плюс-сэ. Мне выдали за это варн. За нон-РП арест, когда было на самом деле нон-РП на нон-РП. А нон-РП на нон-РП, на секундочку, разрешено на любом сервере, какой бы он РПшный не был. Если с вами там нон-РП арест проводят и все такое, тогда само собой... Вы тоже вправе офнуться или сделать что-то из этого. Но РПшить я больше не буду, потому что я не хочу больше получать варны на самом деле. Это что-то из вон такого плохого и неинтересного. Лидерку мне здесь, конечно же, не дадут, но зато я буду здесь тащить в казино как батька, возможно. И, кстати, заметили то, что последнее число выпало 5. 5 это мое такое довольно счастливое число, когда выпадает пятерка, может выпасть двойка на самом деле. А потом уже двенашка. Потом это проверим, друзья. Я вас больше не задерживаю. Всем вам большое спасибо, что вы посмотрели данный ролик. Кто досмотрел до конца, напишите в комментарии то, что именно ты досмотрел до конца. Просто напиши «Барон, ты красава» или «Барон, там, переделай то, переделай это». Но ты молодец, там, что ж стараешься. Или просто напиши «Досмотрел». Все. Если напишешь «Досмотрел», я действительно тебя зауважаю. И расскажи об этом видео друзьям, подругам, кошкам, собакам, домашним животным, всем абсолютно, даже не домашним животным, бомжам можешь рассказать тоже. А, в общем, спасибо всем вам большое, то, что вы меня смотрите. Все, всем удачи, мои друзья, и всем пока.